Друзья мои, всем привет! С вами, естественно, Ильичев Антон. Да, друзья, сейчас будем открывать посылку. Пришла посылка. Пришла посылка с Хабаровска. Прислали мне ее Валерий и Ульяна. Очень хорошие люди, очень добрые. Нас связывает некая нить, некая работа. Мы с этими людьми проделали очень большую работу. Они ко мне обратились, я живу в Москве, они в Хабаровске. Я им помог, но не только я один. Мы вместе как бы сделали это. Рассказывать я не буду. Вот. Если Валерий с Ульяной там разрешат, ну, я расскажу, естественно, какую работу мы с ними проделали. Очень добрые, отзывчивые люди, очень они мне нравятся, и, как бы сказать, я очень рад, что я познакомился с такими людьми. Правда, люди очень хорошие, прям вот такие душевные, и по общению, и по разговору, и то, что мы с ними сделали. Правда, люди классные. Вот, спасибо вам огромное, Ульяна и Валерий. Сейчас будем смотреть подарки с Хабаровска. Я вообще даже не представляю, что там такое. Открывать буду, наверное, у нас вверх вот этот. Туда-сюда, туда-сюда. А, друзья, пожалуйста, забыл сказать, сделайте, выкрутите погромче, пожалуйста, звук, потому что я на телефон записывал, я ничего монтировать не буду, сразу просто залью, сейчас сразу сниму, сразу выложу, чтобы вам побыстрее, чтобы нам посмотреть. Потому что если я сейчас буду там монтировать, загружать программу, там звук выкручивать, это все долго, и только завтра у нас получится. А сейчас я прям вот, сегодня воскресенье, вот, сейчас мы прям посмотрим. Что у нас тут, друзья мои? Конфеты. Вот такие конфеты. Приморский кондитер. Смотрите. Обалдеть, такие красивые. Я никому дарить не буду. Это мои конфеты. Я никому подарки не дарю. Это все мое. Две пачки. Блин, такие красивые, классные. Я никогда такие не покупаю, там в коробках такие. Спасибо огромное, конфеты есть. Так. Горбуша. Все в пакетике. Блин, у нас такой нету. Смотрите. Горбуша. Такие кусочки горбуши. Вот у нас такого нету. Так, город Владивосток. Господи, друзья, я ошибся. Эти люди, или я, откуда я сказал, мои друзья, с Хабаровска или с Владивостока? Они с Владивостока, я все время путаю, потому что я в армии служил в Хабаровске. Вот, а Валерий и Ульяна, они с Владивостока. Потому что я, наверное, сказал с Хабаровска, да? Перепутал, а может, не перепутал, я уже не помню. Горбуши есть. Блин, рыба это клево. Так, дальше. Еще консервы. Сайра. Так, вот изготовитель я смотрю. Парам-парам-пам-пам. Сайра. Это Санкт-Петербург почему-то. Сайра. Но у нас вот этого тоже нету. Так. Печи и икра минтай. Вот это, вот таких нету коричневых банок у нас тоже. Две баночки. Так. Вот здесь еще вот такие банки, как горбуша была. Вот еще одна горбуша в пакетике. Морской коктейль. Мидии. Друзья, я вот это все люблю вообще. Я вот это люблю, все мидии, вот эти щупальцы всякие, морской коктейль. Вот у нас такого нету.
Так. Есть. Есть. Дальше. Дальше смотрим. Так. Тут что-то в таком полиэтилене. Так. Там какая-то жидкость. Это какой-то алкоголь. Алкоголь. Эх. Как-то запаковано все. Извините, что я так долго распаковываю, друзья. Просто упаковано конкретно. Так. Уссурийский бальзам. Смотрите, это бальзам, друзья, это бальзам. 25 трав. Его, наверное, можно в чай добавлять, да? Там, знаете, бальзам не так пить, а там ложечку в чай добавил. 45 градусов, обалдеть можно. Вот, я потом спрошу, как... Если в чай, да, вообще классно, ложечку раз в чай на ночь, да? Ну, не знаю я. И еще такой же пакет. Коробочка еще такая же. Наверное, тоже он же. Я-то алкоголь не пью, вы знаете, да, чтобы там так его пить. Ну вот, если чайную там или столовую ложечку в чаек, пожалуйста, на травку. Да, такой же бальзам. Вот, друзья, но для меня золото это вот это вот все баночки, горбуши. Да, бальзамчик есть, бухло. Так, все. Вот. Такие подарки у нас, друзья, очень рад, очень приятно, вот эти баночки, морской коктейль, просто это что-то невероятное. Так, я, наверное, вот эту штуку, кстати, потом окна подклею, потому что у меня так дует, я вроде заклеил, вот это поплотнее, спасибо. Вот, друзья, очень приятно, с Новым годом, очень приятно, Валерий и Ульяна. С Владивостоком. Вот. Вот так. Вот такой у нас подарочек пришел. У нас уже посылка третья, наверное, присылают ребята. Или четвертая даже. Или третья и четвертая посылка уже. Вот. Еще раз благодарю вас, добрые люди. Очень приятно. Вот, что еще хочу сказать, что у нас по... Так, какие новости, да, какие новости? Значит, я жду видео от Алексея, который предоставил нам Сергию Посада. Я ему послал ссылку на видео, он посмотрел и молчит. Алексей, не молчите, пожалуйста, мы ждем видео. Как, друзья, он мне предоставит видео, я сразу на канал выкладываю. Значит, что он должен сделать? Купить цветов, купить гостиниц, купить там конфет, что-то, прийти на погост и попросить прощения и положить цветочки на могилу. Вот. Ната Дельфин, я с ней переписывался, она постарается тоже сходить. Вот она в Запорожье живет, на то кладбище, где похоронена бабушка с внучкой. И тоже положить цветочки и гостинцы. Вот. Вот такое видео коротенькое. Друзья, очень много счастья. Благодарю. Вот. И заливаю вам на канал. Пожалуйста. Все, друзья, с Новым годом всех.